Гуманитарно-педагогический колледж проводит обучение с 2006 года. За это время республика получила сотни квалифицированных специалистов. Каждый студент получает здесь не только светское образование, но и духовно-нравственное воспитание. Главная задача моя, как и любого другого руководителя, это в первую очередь это воспитание, во вторую – выпустить квалифицированного специалиста так, чтобы я или мои дети могли к этим специалистам обратиться. Поздравить руководство колледжа с юбилеем пришли почетные гости, как представители власти, так и духовенства. Муфти республики в своем выступлении призвал студентов всегда оставаться справедливыми и прежде всего уважать учителей. Надо учителей уважать. Вы не думаете, если вы из книг что-то читаете, науку, вы получаете от книг? Нет. Вы знания получаете от сердца, от души учителей, преподавателей. А если вы не будете любить преподавателей, учителей, старших, и они вас не будут любить, вы просто буквы будете читать, образование не получите. Образование студентам в этом колледже дают профессора и кандидаты наук. Активно ведется сотрудничество с учебными заведениями Юго-Восточной Азии. Их представители поздравили ГПК по видеосвязи, а некоторые приехали лично. У нас есть хорошие отношения между Индонезией и Дагестаном, особенно в гуманитарный педагогический колледж Дагестана. В праздничный день со сцены звучали стихи и нашиды. Студенты подготовили поучительные сценки. Опять тетради принесла домой. Как надоело все это уже? Здесь дали мне нормальное грамотное образование. Мне очень понравилось. Особенно студенты, которые сюда пришли. И также преподавательский коллектив очень воодушевил меня на проекты, свои какие-то дальнейшие, будущие планы. Эти преподаватели очень радушные, очень доходчиво объясняют. Я замечаю, что с таким преподавателем тяжело учиться плохо в нашем колледже. Да и личный опыт преподавателей играет большую роль для наших студентов. В конце торжественного вечера преподаватели получили цветы и подарки. Молодым активистам вручили благодарственные грамоты. Гуманитарно-педагогический колледж сегодня один из самых молодых и самых перспективных учебных заведений республики. Хамза Нурмагомедов, Салмаги Тихмаев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.